В волонтерском центре «Радость моя» вовсю кипит работа. Волонтеры формируют наборы для школьников к 1 сентября. Работы много. Нужно укомплектовать пеналы, папки для труда и творчества, разложить тетради по категориям и другие предметы по списку. Добровольцы трудятся и в дневное, и в вечернее время. Собирают наборы как опытные волонтеры, так и активная молодежь. В рамках благотворительной акции «С миру по листочку» подарки к школе получат все категории ребят, как первоклассники, так и дети средних и старших классов. Для каждой категории предусмотрен свой школьный набор. Наборов мы заранее планировали 340. 40 первоклассников, 300 остальных школьников. Но сейчас пока уже первоклассников цифра выросла почти до 60 человек. Вот. На самом деле их еще больше. Просто вот мы даже с потребностью в 119 человек мы закрыть не можем. Если вдруг предприниматели или еще кто-то, организации, которые обладают достаточным ресурсом, захотят закупить портфели и содержимое для первоклассников, да, мы будем очень рады. Просим звонить и говорить. Тогда мы сообщаем в управление соцзащиты, что они могут включить в список на получение еще сколько-то семей. Волонтерский центр помогает собрать к школе ребят из малообеспеченных или многодетных семей. Формирование списков нуждающихся помогает управление социальной защиты населения. Для закупки необходимых принадлежностей в торговых центрах города проходит сбор денег. Волонтеры дежурят на трех точках – в Атоме, Кубе и Плазе – по пятницам вечером и по субботам днем. Денег пока собрали недостаточно, и покрыть сумму долга центр не может. Часть денег у нас была, часть мы взяли долг у других волонтерских направлений в нашем приходе, у приходов. И нам сейчас нужно фактически собрать средства, чтобы отдать их. Вот. Но закупку мы уже сделали. Почему торопились сделать закупку? Потому что самые хорошие и по хорошим ценам позиции, да, у оптовиков, они быстро раскупаются, и в августе их уже практически нет. Поэтому мы их закупили заранее в июле. Средства можно перевести, не выходя из дома, с помощью QR-кода. Откройте мобильное приложение своего банка, выберите функцию «Использование QR-кода» и наведите камеру смартфона на код. В назначении платежа, к слову пожертвования, которое уже стоит в строке, допишите «Помощь к школе». Далее введите сумму и нажмите «Продолжить». Средства перечисляются на счет волонтерского объединения «Радость моя». В строке получателя указана местная религиозная организация, православный приход Храма Всех Святых. В центр можно и самостоятельно принести школьные товары, но предварительно нужно согласовать закупку с руководителем по телефону 8-906-353-46-37. Вручение школьных наборов ребятам состоится 29 августа в молодежном центре. Светлана Ернова, Руслан Лапшин, Кирилл Новикевич, служба новостей Саров, 24.